Доброе утро, день или вечер. С вами Дайга. Что же мы сегодня будем... Пошли на охоту. В Риге открылся новый магазин пряжи. И, как вы видите, он находится на улице Матеису. И там два магазина пряжи, которые мы уже обсматривали. Ссылка будет снизу. А вот здесь, с этой стороны, Камилла Янс, новый магазин. Вот то место. И уже видны полки с пряжей. А мы сегодня зайдем туда с камерой. Это ж надо видеть. Та-дам! Это 70% из кашмирс. Кашмирс? Очень хороший сток. Очень много всего и твит, и будет твит Донегал на заказ. Пока магазин маленький, но у него будет интернет-магазин и будет много чего. Ну, хороший выбор. Хороший выбор. Махера, цвета. Для маленького начинающего магазина очень хороший выбор. Потом второй сегмент — это дропс. Все почти из дропса полностью, тоже на заказ. По очень хорошим ценам полностью все дропс. Реджи. Реджи, очень интересно, новинки все из Реджи, такие, которые... Вся классика из дропса. Норд. Дропс микс. А я искала альпака, где? Вот она. Потом хорошая серия португальских, мы к ним еще вернемся. Розариус. Так, фокусируйся, друг мой. Разные серии из Розариус. Это очень качественный хлопок. И у них очень интересная серия рециклированных, то есть вторичное сырье. Видите, хороший выбор, хорошие цвета. Фокусируйся, пожалуйста. Вот, больше расскажу об этой. Детская новинка. Эко. Пряжа эко и очень красивая краска для детского. Ну вот как выглядит новая Реджи. Вязки. Бромбасцы. Вот эти. Новые стили. А этот я рассказывала, помните, что вот начиная с одного конца у вас будет конкретный орнамент носков. Очень интересные сочки. Thank you.
этом уголочке будет, что будет? Будут организоваться встречи или мастер-классы для тех, кто хочет научиться вязать. И сразу можно использовать эти пряжи. Сразу выбрать свою пряжу и вязать. Дроп слабел. Очень хороший выбор. Да, и в Латвии нельзя было купить Baby Merino. Я искала. Вот все полностью. Совсем новая коллекция Донегала, которая будет только 19-й год. И она будет с августа. Вот видите, коллекция 19-20 года дизайна. Эти цвета вы можете приобрести с осени, с августа, сентября. Найдите любимые цвета. Silver Mist, Mercury, Milford, Beltra. Финский цвет. Киллала, Дона, Белур, Гилд, Эски. Фуксия. Да, Фуксия. Клэр. Брусна. Вот видите разница. Альберт, Тингл, Purple Heart. Очень красивые цвета. Ну и очень такие тона, которые очень-очень такие интересные. Вроде бы блеклые, но вот интересные. Вот этот очень интересный. Думаю, что он в изделии очень интересный. Гойгил 9804, если он вас заинтересовал. Или такой красный. Полочка твида, кстати, очень хороший. Так, узнаем, что за состав. Итальянский, Hansa Energia. Так, итальянский твид. Нет состава, но это шерсть. Какие цвета? Полочка кашемира. Тончайший кашемир. Интересно, по какой он цене? Итальянский сток. Кашемир на шелке. Вот такие интересные. Очень-очень тоненькие. Очень тоненькие.
интересная фактура пряжи, тончайшая. Ну, это машинная более. Советую посетить этот магазинчик, потому что, ну, здесь только начинается все. Он так, в принципе, под осень будет на полную катушку открыт. Он планируется открытый интернет-магазин. Так что мы еще об этом услышим. Очень интересная фактура тоже на какой-то намотана. Нет составов. Жалко. Очень красивые цвета. Коричневые. А это выигрыш в этом магазине. Мне посоветовали выбрать, я тут выбирала. Немного из натуральной и реджи носочная, интересная. Ну что, надеюсь, вы зайдете к хозяюшке Светлане, которая открыла 5 июня Камелия салон пряжи. Пока вы видели, салон только начинает свою работу. Он еще не на полную катушку открыт. С 10 до 7, с фото до 6. Особенно то, что напротив, здесь, на улице Матеиса, еще два магазина пряжи, которых можно посетить. Ориентир «Детский мир» там, или Видземский рынок с той стороны, улица Брейрибас, улица Свободы. Так что вы найдете. Сам адрес здесь, на Камелия. Матеиса 13. Очень красивые такие всякие изделия. Маленький, начинающий, но очень хороший салончик. С хорошим выбором, с хорошим ценами, кстати. Советую. И если у вас есть вопросы, задавайте под видео внизу. Мы еще раз зайдем сюда и спросим саму хозяюшку еще раз, чтобы она ответила вам на ваши вопросы. Всем пока-пока. Живите с удовольствием.